российской суперлиги, вратари с российским паспортом, которые способны сравниться с Чужковым, а это Паникин зарядил пушку. Четвертый гол ЦСКА забивает. Что делает греческий россиянин или российский грек, поигравший за одну из греческих команд? Пау, его удар. 5-2. Это магия имени Джабарова. Как будто знали, что так и произойдет. Тренерская замена. Удау забивает и побежал к Джабарову здесь. Находится в Рио-де-Жанейро и в Саратове. Это гол! Вот это бисиклетище даже. Это не бисиклета, а просто невероятное взятие ворот Алексея Медведя. 16-6. Я не знаю, вот ты говоришь про конкурс прогнозов на оставшиеся матчи. Топить за красную линию, пускай это будет болеть за кристалл, а я за ЦСКА, за то, чтобы... Они больше трех забили, а это больше двух, это Юрий Крашенинников. Блестящий гол. Это же опыт, ты видел, как он просто посмотрел ворота и... Быстро, просто мгновенно принял это решение. Гол Станислава Кошарного! Это я 5-5. Не знаю, я такого еще не припоминаю. Кошарный просто взял и забил от своих ворот еще и со стандарта. Третий гол вратаря.